Делегация Лидского района с официальным визитом посетила Алтайский край. Визит проходил в рамках соглашения о развитии побратимских связей между Шолоболинхинским районом Алтайского края Российской Федерации и Лидским районом Гродненской области Республики Беларусь. Одной из общих тем для диалога стало патриотическое воспитание молодежи. За 2 года межрегионального взаимодействия в этой сфере проведена большая работа. Организованы телемосты, совместные исследования и проекты. По итогам официальной встречи стороны подписали резолюцию о продолжении дружественного взаимодействия. Кроме того, делегация Лидского района посетила крупнейший агропромышленный форум Сибири – День сибирского поля. Форум лидчанам привлекателен тем, что на нем можно посмотреть одновременно практически все виды и образцы техники, сопутствующих товаров, услуг, позволяющие внедрять современные агротехнологии. Членов Лидской делегации на форуме интересовала продукция, которую презентовали все агроснабженческие организации и заводы сельхозмашиностроения Алтайского края, а также многие инорегиональные и иностранные компании. Завершился визит празднованием столетия образования Шолоболинхинского района Алтайского края, где делегация Лидского района была среди почетных гостей. Отличный побратимов поздравил председатель Лидского исполкома Сергей Ложечник.